Социальное предпринимательство в Пензенской области выходит на новый уровень. Для тех, чье дело в этом направлении развивается, в регионе открылся специальный акселератор. Работа школы социального предпринимательства началась с очной экспертной сессии, участниками которой стали не только сами предприниматели, но и представители профильных ведомств, бизнес-сообществ, эксперты в сфере управления. У нас сформирована рабочая группа, в которую входят профильные ведомства по своим направлениям. Это образование, культура, здравоохранение. Как раз те сферы, в которых заняты социальные предприятия. То есть социальные предприятия – это у нас деятельность, направленная этих организаций на поддержку социально уязвимых категорий граждан. Это дети-сироты, инвалиды, пенсионеры, на их оздоровление, на их отдых. Помимо этого, социальными считаются все негосударственные учреждения дополнительного образования, театры, музеи и студии развития. Главная цель пришедших на обучение – разработать проект или улучшить уже существующий, овладеть навыками бизнес-моделирования, научиться участвовать в закупках и тендерах. Для этого организаторы подготовили насыщенную программу, в которую включили очные тренинги, нетворкинг-сессии в формате бизнес-игры, а также мастер-классы. Мне бы очень хотелось познакомиться с коллегами, которые работают в этом направлении. Мне бы хотелось самой поделиться опытом, если такая возможность будет, и перенять опыт других участников, потому что учиться никогда не поздно, и одна глава хорошо, а две лучше. Обучение в акселерационной программе абсолютно бесплатное. По результатам слушатели подготовят проекты для участия в конкурсе грантов до 500 тысяч. Кстати, социальные предприниматели могут рассчитывать и на другие виды поддержки. Финансирование рекламных кампаний, разработку сайта и франшизы. Узнать о них можно в центре «Мой бизнес» на Герцена, 14.